Тайский бокс или муай-тай – боевое искусство Таиланда, произошедшее из древнего тайского боевого искусства муай-боран. История нынешнего Таиланда ведет свое начало с королевства Сукхайтай, образованного в 1238 году. Сменяя многие поколения мастеров, в стране формировалось и совершенствовалось боевое искусство муай-тай, которое играло важнейшую роль в укреплении государственного суверенитета. Отличительной особенностью муай-тай является традиционная молитва уай-кру и церемониальный танец рам-муай, предшествующие каждой схватке. На сегодняшний день муай-тай является национальным достоянием Таиланда. Термин муай-тай исходит от санскритского «мавья» и «тай», в переводе означая «поединок свободных» или «свободный бой». Это древнее военное боевое искусство способно превратить тело человека в мощное оружие. За счет того, что в единоборстве муай-тай задействованы 8 ударных поверхностей тела, применение данной техники позволяет легко сокрушать как одного, так и нескольких противников. Международные специалисты в области единоборств признали технику муай-тай уникальной и очень эффективной, которая включает в себя боевой дух, силу, свирепость и в то же время четкость и изящность движений, которые служат для защиты и нападения. За пределами Таиланда популярность тайского бокса продолжает расти с геометрической прогрессией. Особую известность в Европе и в мире муай-тай получил в 1977 году, когда тайские бойцы одержали убедительные победы в матчевых встречах с кикбоксерами и каратистами. С того времени секции тайского бокса заработали практически во всех странах Старого Света. Долгое время наиболее сильными европейскими спортсменами в муай-тай считались голландские и итальянские мастера этого вида спорта. Но в последнее десятилетие на континенте тон задают воспитанники тайского бокса из трех бывших советских республик – Украины, России и Белоруссии. Именно благодаря успешным выступлениям нашей сине-желтой сборной на трех последних чемпионатах мира по муай-тай среди любителей в Таиланде, Украине была оказана честь принять у себя первый аматорский чемпионат Европы по муай-тай. Идея заместителя Харьковского городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта, вице-президента Украинской федерации аматорского муай-тай Александра Попова провести континентальный турнир в Харькове была воспринята положительно и поддержана руководством Всемирной и Европейской федерациями муай-тай. Сегодня все больше иностранцев интересуются муай-тай. В нашу федерацию входит уже более 100 стран-участниц. Чемпионат Европы – это еще одна прекрасная возможность для дальнейшего и успешного развития тайского бокса на планете. Хочу поблагодарить руководство Украинской Федерации муай-тай за то, что оно проявило настойчивость и готовность принять у себя этот турнир. Уверен, он пройдет на самом высоком уровне. Харьков действительно приложил огромные усилия, чтобы принять у себя этот континентальный турнир. Вдвойне почетно, что это первый чемпионат, проходящий под эгидой нашей Европейской конфедерации. Была проделана огромная работа по подготовке к соревнованиям. Она была сделана профессионально, причем в очень короткие и сжатые сроки. Так что мы с удовольствием дали согласие на то, чтобы собрать лучших бойцов муай-тай Европы в Украине. Есть и еще несколько железных факторов, позволивших Харькову принять у себя чемпионат Европы по муай-тай. Так, на внутренней арене харьковским тайцам уже давно нет равных. Долгие годы они составляют костяк украинской сборной по муай-тай, завоевывая с командой первые места в командном зачете чемпионатов мира по тайскому боксу среди любителей и проаматоров. Секции тайского бокса успешно и плодотворно работают в целом ряде школ и вузов первой столицы. Прекрасные спортивные достижения в тайском боксе, отличная инфраструктура и колоссальный опыт проведения крупнейших международных соревнований – вот те три кита, которые позволили Харькову обойти другие страны в борьбе за право принять у себя дебютный чемпионат Европы по муай-тай. Это делается для харьковчан, прежде всего, чтобы они познакомились с тайландским боксом не только по каким-то отрывочным событиям, мероприятиям или неполным, а для того, чтобы они познакомились с тайландским боксом таким, какой он есть. Для первой столицы любые крупные спортивные соревнования дают положительный имидж. То есть это имидж высокоразвитого европейского города, это имидж спортивного города, то есть города, способного проводить
крупные спортивные мероприятия. За это право борются все крупнейшие мегаполисы мира, потому что это привлечение не только спортсменов, а это привлечение и туристов, и спонсоров. И мы постараемся, чтобы и уровень проведения соревнований, и уровень выступления наших украинских спортсменов был самым высоким. Поучаствовать в споре за медали чемпионата Европы по тайскому боксу в Харьков пожаловали около 200 спортсменов из 12 стран – Украины, России, Болгарии, Азербайджана, Молдовы, Белоруссии, Греции, Израиля, Македонии, Румынии, Польши и Кипра. В преддверии масштабного спортивного праздника тайского бокса все участники Евро-2013 прошли обязательные процедуры регистрации, взвешивания и медосмотра. Впрочем, мыслями спортсмены и их тренеры были уже на ринге Харьковского дворца спорта «Локомотив». Все они не скрывали своего волнения перед ответственным стартом. Но в глубине души каждый надеялся продемонстрировать свои лучшие качества и обязательно заработать континентальную награду харьковской пробы. Украинские бойцы очень сильны. К тому же на их стороне будет поддержка родных трибун. Впрочем, я приехал в Харьков не как турист и собираюсь немного испортить настроение вашим болельщикам, одержав здесь победу. Очень понравился ваш город. Здесь много достопримечательностей, так что после боев вряд ли останусь в гостинице. Хочу увезти из Харькова побольше фотографий. Мой первый раз в Харькове. Очень понравился город такой, как бы с историей город. Очень так бы добродушные люди. Команда Украины одна из самых ведущих команд мира. И как бы давно надо было уже провести на этой земле чемпионат. Ну, особенно вот Харьков, это как у вас вторая столица. Мы настроены выступить достойно, показать хорошую технику. Понравится вашим зрителям. На чемпионате мира в Бангкоке наши спортсмены проиграли как раз украинцам. Теперь у нас есть прекрасная возможность взять реванш. Особенно приятно для нас будет сделать это в Украине. Там же, в Бангкоке, члены украинской делегации подарили мне DVD-диск о городе Харькове. Фильм нам очень понравился, но теперь главное увидеть эти красоты своими глазами. Церемония официального открытия аматорского чемпионата Европы получилась красочной. Под стать рангу соревнований. Представление включало элементы украинской и тайской культур. А завершилось показательными выступлениями слушателей первого в Украине курса по Муай Боран, традиционному стилю боевого искусства Таиланда, являющегося прародителем современного Муай Тай. Празднику час, делу время. Сборная Украины на домашнем Евро подтвердила статус фаворита. Костяк сборной вновь составили харьковчане. Их в главной команде страны было ровно 20. Подопечные старшего тренера сине-желтой сборной, харьковского специалиста Владимира Цуканова, с большим отрывом заняли первое общекомандное место. Украинцы доминировали как в юношеских разделах, так и среди основных турниров Евро-2013 среди любителей и проаматоров. Дебютную награду «Золотой чемпион» в копилку нашей команды положила харьковчанка Юлия Щербина. В финальном бою в весовой категории до 60 килограммов она убедила сдаться российскую спортсменку. Россия с Украиной бились. Две жинки, мне понравилось. За Украину, я Украина. Ну, сегодня нормально было. Тяжело, конечно, по-своему, но старалась как бы выиграть. Спасибо большое тренеру. Убедительной победы на турнире добился и харьковский проаматор Федор Черкашин. Преодолев на одном дыхании отборочные раунды, в финале он также победил представителя российской школы муай-тай. Выступал дома, в родных стенах, помогали болельщики? Да, конечно, очень приятно. Спасибо всем за поддержку. Очень приятно, когда все аплодируют, все болеют. Это, конечно, впервые мы, в принципе, деремся на таком уровне в нашем городе. И очень приятно. Всем спасибо. Кроме медалей чемпионата Европы, победители награждались специальными кубками, стилизованными под знаменитую харьковскую зеркальную струю. Так иностранные гости получили возможность увести с собой частичку украинского мегаполиса. Накануне решающих боев в Харьков пожаловал легендарный тайский спортсмен. Неоднократный чемпион мира по муай-тай, кикбоксингу и шутбоксингу, первый в истории двукратный победитель гран-при К1 World Max Буакхао Банчамек. Визит именитого гостя вызвал небывалый ажиотаж среди участников Евро-2013, которые выстраивались в очереди, чтобы сфотографироваться с одним самым знаменитым представителем муай-тай.
Я рад визиту в Украину и возможностью поделиться опытом, рассказать о культуре и традициях муай-тай. В Европе этот вид спорта сейчас на подъеме, а успехи украинских спортсменов известны далеко за пределами вашей страны. Для меня муай-тай уже давно стал образом жизни, который закаляет не только тело, но и силу духа. Приятно, что последователей тайского бокса с каждым годом становится все больше и больше. Уверен, что Харьков справится с задачей достойно принять первый аматорский чемпионат Европы. Ведь отдавая право провести здесь этот турнир, руководство нашей федерации было полностью уверено в профессиональных качествах организаторов. По-другому просто быть не могло. На радость зрителей и участников чемпионата Европы Буакхау Банчамек провел на ринге дворца спорта «Локомотив» показательный поединок против самого титулованного харьковского спортсмена Максима Федоркова. Поединок прошел под овацией трибун и стал настоящим украшением всего чемпионата Европы, который в целом подарил харьковчанам немало положительных эмоций. Круто уже! Очень. Этот турнир, как говорят, получился. И, не вышел комом. Я думаю, такое же впечатление у большинства зрителей, которые пришли и сегодня, и приходили раньше на предварительные бои. Спортсмены, какой страны больше понравились? Понятно, Украина. Наш родной Харьков. Конкретно спортсмен Федор Черкашин. За него болели. Очень понравилось. Зрелищные, насыщенные бои. И особенно понравилось показательное выступление гостя из Таиланда. Очень все грамотно сделано, очень качественно. Все судьи. Буакау тот же самый привезли его. Это самый лучший боец в муай-тай. Просто все на самом высоком уровне. Теперь будет еще Евробаскет. То есть Харьков становится спортивной столицей. Это очень приятно за наш город. Такое зрелищное мероприятие, и приятно, что именно в Харькове оно проходит. Такой чемпионат такого уровня именно в нашем городе, это очень радует. Не скрывали удовольствия от участия в турнире и зарубежные гости. Хотя, в отличие от хозяев чемпионата, их медальный улов оказался не такой богатый. Например, наши польские соседи завоевали в Харькове лишь одну медаль, зато сразу золотую. Тренерский штаб польских тайцев таким развитием событий остался доволен. Вряд ли мы могли сегодня рассчитывать на большее. Все-таки в Польше тайский бокс развивается не так давно, хотя его популярность сейчас постоянно растет. Хорошо, что увозим из Харькова один чемпионский титул, который мы взяли в женском виде программы. В дальнейшем, думаю, успехи польской команды будут уже более внушительными. Нам есть на кого равняться. Наши украинские друзья в очередной раз доказали свою силу в муай-тай. Обязательно будем перенимать их опыт. По самой организации чемпионата у меня нет претензий. Спасибо харьковчанам за радушный прием. Высокий уровень соревнований и привлекательность поединков для зрителей отметил и президент Всемирной Федерации Муай-Тай, поблагодарив за это организаторов на закрытии чемпионата Европы. Я понимаю, что это была сложная задача, поскольку провести такой турнир – это очень непросто. Но теперь я надеюсь на новую встречу с вами и на то, что крупнейшие соревнования по тайскому боксу в Украине будут проходить и в дальнейшем. Мы все являемся одной большой семьей под названием Муай-Тай. И я очень рад, что мы смогли не просто собраться в вашем городе на чемпионате Европы, но и разделить вместе с харьковчанами радость от масштабного празднования Дня города. Ведь континентальный турнир проходил в один из таких знаменательных для Харькова дней. Поучаствовав в ярком и красочном закрытии континентального чемпионата, разъезжаться по домам его участники не спешили. В рамках Евро-2013 в Харькове состоялся еще и турнир с участием профессиональных спортсменов, в котором было разыграно 3 чемпионских пояса. Все они также достались представителям харьковской школы муай-тай. Титул чемпиона Европы завоевали Валерий Абраменко и Руслан Кушниренко, победившие, соответственно, россиянина Руслана Бердыева и белоруса Артура Маковского. Особенно драматическим вышел бой у Абраменко. Его напряженный поединок с россиянином поднял на ноги даже прославленного Буакхау Банчамека, который выразил желание лично поприветствовать спортсменов после боя и вручить им награды. Вот такие в Харькове есть мастера. Можно сказать, что это был один из самых сложных боев в твоей карьере. Да. Это был самый важный и самый сложный. Сдаваться не надо никогда. Не менее интригующим вышел и заключительный поединок турнира, в котором харьковчанин Максим Федорков в упорной борьбе завоевал титул чемпиона мира, победив по очкам белорусского бойца Максима Маругу. Достойное завершение достойного чемпионата.
Это был успешный чемпионат. Возможно, и были какие-то шероховатости, но не стоит забывать, что это первый не только в Украине, но и вообще в Европе турнир подобного уровня. Самые же светлые впечатления у меня остались от выступлений спортсменов в юношеских категориях. Это будущее европейского муай-тай, и я могу вас заверить, что с будущим у нас все в порядке. Безусловно, было очень тяжело, но для нас главная оценка – это оценка зрителей. Я выслушал очень много положительных эмоций тех, кто находился в зале, тех, кто находился у голубых экранов, у компьютеров, у своих. Всем понравилось, поэтому та радость, которая была доставлена людям, это наша общая радость. Мы, я думаю, хорошо поработали, все организаторы. Тот опыт, который мы получили после Евро-2012, он, безусловно, помогает нам в организации подобного рода соревнований. Это уже второй по счету чемпионат Европы в этом году, который проходит в городе Харькове. Я надеюсь, что в дальнейшем эта традиция будет продолжена, что город Харьков будет принимать как можно больше чемпионатов Европы, мира и замахнется на самые такие высокие и посещаемые мероприятия, которые есть, ну, на сегодняшний день.